Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону проходит на должном уровне, заявили в Министерстве энергетики. В текущем году, например, запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Также запланированы капитальные ремонты на линиях электропередач. Но есть и при этом проблемные моменты, которые необходимо решить, сказали в Минэнерго. Какие именно и что еще необходимо сделать для стабильного теплоснабжения Казахстана, расскажем в следующем сюжете. Зимой нагрузка на электрические сети вырастет, сказали в Минэнерго. Поэтому сейчас идет подготовка систем, чтобы в зимнее время не было сбоев. Еще есть актуальный и обсуждаемый вопрос – это кадры. И дефицит в этом плане есть. Регулярно размещают вакансии, например, на ТЭЦ, но из-за низкой зарплаты сфера непривлекательная. Мы, если вот как Министерство энергетики регулируем генерацию, мы на станциях, электрических станциях вот за последние 2 года среднюю зарплату подняли на свыше 400 тысяч. И кадры начали возвращаться достаточно с других отраслей, потому что многие уходили в смежные отрасли промышленные, где энергетики платили намного больше. Поэтому сейчас вот средняя зарплата на станциях у нас свыше 400 тысяч. Так что средняя зарплата уже поднялась на 10% и дальше тоже, возможно, поднимется. Низкие зарплаты, к слову, повлияли на желание молодежи учиться по данному направлению. Чтобы привлечь студентов в теплоэнергетику, намерены увеличить количество грантов и уже работают с Минауки над этим вопросом. В первую очередь у нас в сетевых компаниях, в РЭКах, особенно вот в районных сетях, электромонтеров не хватает. Понятно, что на теплоэлектроцентралях это более низкий уровень. Это машинисты, это обходчики, где были зарплаты ниже. И необходимо такое серьезное базовое техническое образование. Поэтому в разных предприятиях по-разному. Где там 30 вакансий, где-то может быть больше. От количества зависит. Поэтому, я как сказал, в некоторых предприятиях у нас до 20% эти вакансии доходили. В целом, если вернуться к вопросу с отоплением, то новый отопительный сезон пройдет стабильно, заверяет в Минэнерго. К тому же за последние 2 года провели большой объем работы и уровень износа уже снизился. Что касается прохладной погоды на улице и вопроса, когда подключат отопление по республике, то средняя температура должна быть ниже плюс 8 градусов, напомнили в Минэнерго. Местные исполнительные органы этих правил придерживаются, но у них это рекомендация. У каждого местного исполнительного органа, акимата, есть право включать отопительный период раньше. Я говорил вначале, например, Павлодара, они социальные объекты уже включили неделю назад, если я не ошибаюсь, и сейчас принимается решение в некоторых других городах. Да, кто-то планирует в конце сентября, в 3-й декаде сентября уже начинать, потому что тоже там в один день весь город подключить тоже технически невозможно, поэтому начинается с социальных объектов. Одним словом, для стабильного прохождения осенне-зимнего периода энергетическими предприятиями обеспечили ремонт основного и вспомогательного оборудования. К новому отопительному сезону все готово, заявили в Минэнерго. Гульнара Умарова, Ганизат Оспанов, Айгерым Генаятова, ТДК 42.